И в продолжение темы космоса. Роскосмос планирует провести 3 пуска космических ракет с Байконура до конца 2019 года, сообщает Казтаг. С космодрома Байконур в течение года было осуществлено 11 пусков ракет космического назначения, в том числе 4 «Протон-М», 7 ракет «Союз». До конца года запланированы еще 3 пуска. 1 декабря – ракеты-носителя «Союз-2-1А». Она выведет на орбиту космический грузовик «Прогресс-МС-13». На 19 декабря запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с 34 спутниками глобальной спутниковой связи «OneWeb». Последний пуск года 24 декабря на орбиту будет выведен российский спутник «Электро-Л номер 3» с помощью ракеты-носителя «Протон-М».